вопросу о несчастных случаях в ноябре, какие они могут быть. Вам, пожалуйста, пример. 19 ноября 1928 года на охоте под Ижевском убит случайной пулей, случайным выстрелом, как написано, яркий, в то время очень популярный клоун, причем дрессировщик, продолжатель династии Дуровых, Анатолий Анатольевич Дуров, в совсем молодом возрасте. Вот, пожалуйста, охота, случайный выстрел, и человека нет. И династия чуть не прервалась. Слава Богу, были другие наследники. Это, что я называю, добро пожаловать в ноябрь. Светлая память Анатолию Дурову.